Обычный аптечный спиртовой раствор йода можно использовать как эффективное самостоятельное противогрибковое средство для ног, либо же в комбинации с другими средствами для усиления эффекта. Обычно йод используют для приготовления компрессов, ванночек, для смазывания ногтей и приготовления мазей. На лечение может уйти от 2 до 6 недель, в зависимости от тяжести болезни. Простейший метод избавления от грибка на ранней стадии заболевания у детей, взрослых и беременных, метод, который не имеет противопоказаний, это смазывание пораженного участка кожи и ногтя чистым неразведенным йодом. Сделать это можно при помощи обычной ватной палочки, чтобы йод не попадал на здоровые участки кожи и не возникало ожогов. Перед такой процедурой лучше будет принять горячую ванну, либо же распарить ноги в горячей воде в тазу. Это поможет йоду проникнуть вглубь структуры ногтя и пораженного участка кожи и уничтожить все патогенные грибки изнутри. Повторять процедуру необходимо ежедневно, один раз в сутки перед сном. Курс лечения будет составлять не меньше 3 недель при начальной стадии развития грибковой инфекции. В тяжелых случаях может потребоваться 2-3 месяца плюс добавка аптечных медикаментозных препаратов. Также можно делать ванночки с йодом, комбинировать йод с уксусом, добавлять экстракт чистотела или же перекись водорода. Йод сам по себе является мощнейшим противогрибковым веществом, но в комбинации с другими средствами будет еще мощнее.